В Кызылорде прошло третье заседание областного общественного совета по земельным вопросам. В числе главных тем, волнующих жителей региона, использование сельхозугодий. К слову, общий земельный фонд в Приорале составляет 8,3% от всей территории республики. В активе региона находится 24 миллиона гектаров, десятая часть из которых используется в сельском хозяйстве. За последние три года в период проведения инвентаризации земель выявлено неосвоенных больше 130 тысяч гектаров пахотных угодий. Треть из них возвращена в собственность государства. В целом же сегодня в Приорале выращивают различные агрокультуры около 4000 хозяйств. Было проведено два заседания комиссии, на которых выслушаны предложения представителей общественности. Все они в письменном виде будут представлены на рассмотрение республиканской комиссии. Мы убедились, что многие хозяйственники из отдаленных сел не полностью понимают земельный кодекс, поэтому готовы к диалогу, готовы ответить на все волнующие их вопросы. Сейчас у нас есть 160 тысяч гектаров орошаемой пашни, которые засеяны различными сельхозкультурами. Ведется активная работа по восстановлению орошаемых земель и водных систем, а также эффективного использования пастбищных наделов. В сельскохозяйственный оборот вовлечено 293 тысячи гектаров.